Девчонки, откуда вы все приехали? Из Великого Новгорода! Вы у нас первый раз или нет? Нет! А вам понравилось все? Да! Какие ожидания? Только первое место? Да! Конечно. Первое, второе! А вы к нам еще приедете? Да! Эй! Это их первое произведение, с которым они выступили на такой сцене. Я считаю, что они очень постарались и достойно представили наш Свердловский центр образования. Ребята, как ваши впечатления? Отлично! Вам все понравилось? Да! Давайте повеселее немножко, с улыбками, чего вы. Наверное, было немного волнительно в первый раз. Нет, вообще, уверены были в себе? Нет! Здорово! Ура! Привет, ребята, откуда вы приехали? Из города Брянска. А вы у нас первый раз или нет? Да. И вам все нравится? Да. Какие ожидания? Вы еще выступать будете, правильно я понимаю? Что ожидаете? Как вам? Мы хотим победить. Наверное, немного волнительно, да? Да. Но я уверен, у вас все получится. Спасибо. Дорогие друзья, поздравляю я вас с очень замечательными выступлениями. Мне кажется, что у нас диплома участника, наверное, никому нет. Я вас прежде всего поздравляю с окончанием конкурса, с завершением этого праздничного, красивого фейерверка ваших талантов. Талантов педагогов, талантов родителей, ну и, конечно, организаторов конкурса, потому что без этого бы ничего не могло быть. Что вы получили сегодня? Награду? Эмоции. Мы сегодня получили диплом, лауреат первой степени, даже два диплома и кубки. Замечательно. А приедете еще на этот конкурс? Конечно. Конечно. Расскажи о
своих впечатлениях, что тебе понравилось? Мне понравилось выступать на сцене, мне понравилось переодеваться, одевать костюмы, мне понравилось смотреть в зал, танцевать, петь, получать приз. Мы приехали из Галиции, да. В области. Приехали, чтобы побеждать? Да. И победили? Да. Ну, как твое впечатление? Мне очень понравилось. Это был действительно очень хороший отпуск. Мне очень понравилось то, что мы приехали, мы отдохнули на этот день, на следующий день мы выступали. Завтра мы, к сожалению, уезжаем. Мы хотели пожить еще тут немного. Завтра мы едем в Екатерининский дворец. Да, мы завтра едем на экскурсию покорять Питер. Ну что, я вас поздравляю, у вас, я так понимаю, гран-при. Ну, расскажите о своих впечатлениях. Прекрасно. Рассказать о впечатлениях, которые у нас были на самом конкурсе, или от впечатлений? Да, как вам организация конкурса вообще? Организация, на мой взгляд, все прекрасно. И, в принципе, и размещение прекрасно, и добираться очень легко и просто. Замечательный член жюри, прекрасный член жюри. Нам очень понравилось. Да, очень все понравилось. Очень много всего узнали интересного и очень понравилось. И нового, да. Очень хороший зал и хорошая атмосфера внутри конкурса, который все было очень хорошо спланировано и организовано по времени. Прибытие участника, отбытие, то есть никто нигде не толкался, не пихал никого, не мешался. То есть пришел, не было какого-то ожидания, было все очень четко и все. Да, пришел, выступил и не переутомлялся, не перегорал, не сидел полдня, не клевал носом. Пришел спокойно и потом еще осталось свободное время, когда ты можешь потратить на этот прекрасный город. Да. А откуда приехали, кстати? Из Москвы. Москва. Вы здорово. Ну, в общем, приехали и победили. Да.